Эфир национальной вещательной компании «Саха» продолжают совместные агитационные мероприятия доверенных лиц кандидатов в президенты России. Я напомню, что главные выборы страны состоятся уже 18 марта. Итак, я представлю участников сегодняшнего прямого эфира. Это Надежда Акимова, доверенное лицо Владимира Вольфовича Жириновского, кандидата на должность президента России от политической партии ЛДПР. Василий Павлов, доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина, кандидата на должность президента России от политической партии МКПРФ. Алексей Егоров, доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, кандидата на должность президента России. И Михаил Заболотный, доверенное лицо Бориса Юрьевича Титова, кандидата на должность президента Российской Федерации от политической партии «Партия Роста». Я приветствую участников сегодняшней программы. Итак, тема эфира – экономика России, драйверы развития и точки роста. Первый вопрос я адресую Надежде Акимовой. Мир очень быстро меняется, и Россия должна оставаться конкурентоспособной страной на мировом уровне. Давайте обсудим, какие драйверы развития нашей экономики вы видите. У вас 2 минуты, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Надо сказать, что громоздкая, медлительная, неэффективная административная машина загнала сегодня нашу экономику, привела к деградации, так сказать. Надо понимать, что экономика – это целая система взаимоотношений разных институтов власти, финансистов и миллионы других участников рыночных отношений. Поэтому к развитию экономики нужно подходить системно. И только у ЛДПР сегодня есть свежий взгляд о том, как поднять нашу экономику страны. В первую очередь надо навести порядок в бюджетной политике, обратить внимание на налоговую политику. Также развивать сегодня рынок труда, стимулировать спрос, денежно-кредитные отношения и цифровую экономику и сделать упор на науку. Надо сказать, что Владимир Вольфович не раз говорил о том, что сегодня нужно вернуть все, что приватизировали в 90-е годы, которую разграбил фактически Ельцин. Поэтому надо сделать монополию, госмонополию ввести на сахар, табак и алкоголь. Хотелось также отметить, что Владимир Вольфович в своей программе описал полностью, как он будет действовать, какой мощный рывок может сделать Россия, если применить нашу программу в действие. Я вас прошу 18 марта прийти на избирательные участки, проголосовать за Владимира Вольфовича Жириновского, отдать свой голос. Подумайте, ведь наша экономика сегодня действительно может стать примером для других стран, и мы можем стать лидирующей страной, не зависящей ни от кого. Надо применять сегодня многополярный мир для того, чтобы мы развили страну, сделали мощный рывок. Пусть Жириновский въедет в Кремль. Спасибо большое. Василий Павлов, а какие драйверы развития нашей экономики видите вы? В программе «20 шагов» Павла Грудинина говорится о том, что самое главное – перейти, сделать поворот в сторону от капитализма, олигархического капитализма к социальному государству. Тем более, что это записано в Конституции. Все богатства природные богатства, недровые, финансовые, должны служить народу. Восстановление экономического суверенитета России, отказ от долларовой зависимости, поддержка малого и среднего бизнеса будет упразднен. Налог на добавленную стоимость, транспортный налог, система Платон. Это даст транспорту развитие. Малый и средний бизнес получат большую поддержку со стороны государства. Будут поддержаны и народные предприятия. Сельское хозяйство будет получать 10% от бюджета. И мы защитим, значит, продовольственную безопасность России. Перерабатывающая промышленность
доля перерабатывающей промышленности должна достичь 80%, а сейчас она 15-20 всего процентов. Спасибо большое. Алексей Егоров, а какие драйверы развития нашей экономики видите вы? Ну, во-первых, я хотел бы поздравить всех здесь присутствующих мужчин, а также наших зрителей с наступающим праздником, с Днем защитника Отечества. Поздравляю вас. Ну, а что касается этого вопроса, мы недавно съездили на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным, да? Все мы знаем, что сегодня мы переживаем как бы не самые лучшие времена. Мы живем в санкционное время. И, естественно, при встрече были заданы вопросы такого характера. А как же нам быть в дальнейшем? А как же будет развиваться наша Россия? А как же будет развиваться экономика нашей России? Тогда Владимир Владимирович Путин заявил о том, что огромное внимание будет уделено именно развитию внутренней экономики нашей страны. То есть мы должны максимально снизить нашу зависимость от других стран. А каким образом мы это сделаем? Мы это сделаем за счет того, чтобы максимально снизим нашу зависимость от экспорта нефти и газа. На сегодняшний день от экспорта нефти и газа мы имеем в бюджете 39%. Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы снизить до 1/3 путем экспорта несырьевого товара, несырьевого продукции. То есть это будет машиностроение, это будет агропродукция. То есть сегодня мы уже имеем экспорт агропродукции, да? То есть как бы нет худа без добра. У нас свое производство, свое сельское хозяйство. И уже сегодня в 15 раз мы превысили уровень экспорта, доходы от экспорта. Сегодня в 2017 году оно составляет 20 миллиардов долларов. И задача стоит до 30 года увеличить до 30. Я призываю вас, друзья, за развитие нашей страны. Спасибо большое. Михаил Заболотный, какие драйверы развития нашей экономики видите вы? Ну, во-первых, нужно сначала понять, что такое экономика, да? Вот все темы, которые мы здесь вот недавно дебатировали, вот несколько дней назад и вчера, и которые еще будут, вообще все темы, они завязаны на экономике. Потому что основа любого государства – это экономика страны. Борис Титов – один из тех людей, который предлагает новую стратегию экономического роста страны. Совместно с авторитетными политиками, с авторитетными экспертами, совместно со Столыпинским клубом, с институтом при Столыпинском клубе разработана стратегия роста. Нынешнему президенту она представлена сегодня, она у него на столе. Мы опять же, я напоминаю, что до сегодняшнего дня, все 18 лет, мы жили по финансовой системе Кудрина. Мы хотим это изменить, поскольку мы считаем, что это утопия. Почему? Вот, допустим, если вы следите за тем, что происходит в Государственной Думе, за бюджетом, вот за последнее время, то есть в последнем бюджете, значит, убрали, значит, сократили расходы на граждан, то есть на социальную политику государства. При этом само государство потеряло 2% ВВП. 2% ВВП – это внутренний валовый продукт. То есть чем больше процент, чем больше валовый продукт, тем больше обороты. То есть если вы тратите у себя в городе средства, эти деньги остаются у вас в городе. Если вы тратите у себя ну, в регионе или в стране, они остаются у вас. Но если, опять же, налоги остаются в регионе или в муниципалитете, то за счет этих налогов, это высвобожденные налоги, за счет этих налогов регион или город может какие-то делать еще новые, ну, будем говорить, создавать рабочие места, создавать школы, детские сады, больницы и так далее, и так далее. Это все рабочие места. В нашей программе много факторов. Мы предлагаем уйти от сырьевой экономики вообще, поскольку действительно, вы помните, в 2008 году был кризис, потом нефть начала расти, в 2015-2014 мы немножко вздохнули, я имею в виду, и опять случился кризис и по сегодняшний день. Поэтому нам нужны перемены, хорошо продуманные, постепенные, без конфликтов. Итак, мы продолжаем. Надежда Акимова, исходя из программ ваших кандидатов, каковы точки роста нашей экономики? Еще раз обращаюсь к своим избирателям, к нашим замечательным якутянам. Хотела бы сказать, вот мой оппонент сегодня сказал о том, что они собираются бороться с олигархическим коммунизмом. Но давайте начнем с того, что кандидат
от КПРФ сегодня по сей день не предоставил информацию о своих зарубежных счетах. Он собирается бороться сам с собой. Очень интересно, если он на сегодняшний день до сих пор обманывает избирателей. Поэтому наш кандидат Владимир Вольфович собирается, значит, принять такие меры, чтобы предприятия, которые работают на территории России, они должны свои счета держать только в российских банках. Ну, хочу также сказать о том, что мы сегодня все-таки должны развивать перерабатывающую промышленность. Мы не должны торговать сырьем, мы должны поднимать продукцию. Опять же, повторюсь о том, что мы должны ввести госмонополию на сахар, алкоголь и табак. Проводить политику импортозамещения. Сегодня мы должны национализировать наши торговые сети и освободить полки для своего отечественного продукта. Строить все-таки комфортное и недорогое жилье. Вы посмотрите, вот мы сегодня даже в городе Якутске сталкиваемся с тем, что квадратный метр у нас стоит как минимум 80 тысяч. Сегодня невозможно создать условия, чтобы люди оставались в Якутии, они уезжают. Развивать Дальний Восток и Сибирь при помощи создания промышленных предприятий. Сегодня мы должны сделать так, чтобы Дальний Восток заселили люди и работали на благо. И освободить их от налогов. Вообще программа у нас обширная в ЛДПР, поэтому голосуйте за Жириновского. Обратите внимание, что Россия действительно должна стать сильной державой. Спасибо большое. Василий Павлов, а вот исходя из программы вашего кандидата, каковы точки роста нашей экономики? Самое главное, что у нас будет пополняться бюджет из природных ресурсов, которые сейчас, значит, служат кучки олигархов, а они станут служить народу. Бюджет будет пополняться еще и за счет монополии на этиловый спирт. Вот. И народ станет платежеспособным и обеспечит спрос для производства, для развития производства. И особенно малый и средний бизнес сейчас необходимо развивать сильно. Что касается счетов иностранных, у Павла Грудинина, уважаемая Надежда, вы не верите СМИ, которые подчиняются нашим олигархам и буквально лгут. Так. Ой. У вас все? Налоги будут по прогрессивной шкале, и это тоже даст дополнительные доходы в бюджет. Ну, пока все. Спасибо большое. Алексей Егоров, а вот исходя из программы вашего кандидата, каковы точки роста нашей экономики? Точки роста. Но прежде всего, это увеличение производительности труда. За счет модернизации производств и запуска новых промышленных объектов на базе современной технологии. Во-вторых, это кадры, то есть улучшение профессионального образования и мастерства наших специалистов. В-третьих, это условия их работы, то есть улучшение делового климата, то есть это чтобы была реальная хорошая конкуренция. Что касается кадров, наше государство планомерно решает эти вопросы. Даже в нашей республике, да, есть Северо-Восточный федеральный университет, который каждый год выпускает тысячи специалистов, готовые работать во благо нашей страны, во благо нашей республики. Вот хотел бы процитировать цитату Владимира Путина. Экономические кризисы, внешние ограничения не должны помешать нам выйти на задачу роста темпов экономики выше мировых. Мы обязательно должны это сделать, и мы это сделаем. На самом деле, друзья, мы творим историю.
18 марта этого года состоится величайшее событие, состоится очень важное событие, которое повлияет на будущую судьбу нашей России. И все мы творцы нашей истории. Все мы делаем нашу Россию сильнее. И голосуя за Владимира Владимировича Путина, мы голосуем за будущее нашей страны. Мы голосуем за сильную Россию. Спасибо. Спасибо большое. Михаил Заболотный, а какие точки роста нашей экономики отмечены в программе вашего кандидата? Значит, прежде чем развить экономику, нужно дать людям средства, да, для того, чтобы экономика могла, ну, работать, я имею в виду, внутри страны. То есть вот смотрите, вот недавно прошел, по-моему, в Петербурге форум был, там привлекли 800 миллиардов рублей, так помпезно заявили, значит, ну, я имею в виду внешних средств, инвесторов. Что такое 800 миллиардов рублей? Это два бюджета, одного, то есть бюджет двух регионов или одного более крупного, там несколько миллионов человек, где проживает. То есть вот это все средства. Почему инвесторы не идут к нам? Почему они не дают нам средства для, ну, будем говорить, для роста экономики? Почему мы не можем воспользоваться этими средствами? Просто по причине того, что это небезопасно. У нас высокие тарифы, у нас высокие налоги, у нас монополии. Поэтому это все мешает. Мы предлагаем развивать предпринимательство во всех сферах, во всех направлениях. Потому что предприниматели – это те люди, которые дают толчок экономике, которые производят экономику, которые занимаются производством. Предприниматель может тот человек, кто производит молоко, кто занимается строительством, кто, я не знаю, просто преподает где-то, ну, на каких-то курсах. То есть эти средства он зарабатывает для себя и внутри своего, ну, будем говорить, внутри своего города или внутри своего региона. Мы предлагаем снизить налоги, то есть бремя налогов, особенно для тех, кто только начинает, вообще убрать налоги, просто дать им развиться. Ну, нельзя собирать налоги с людей, которые еще ничего не заработали. Ну, как вот вы представляете, он только начинает, а вы у него забираете то, что ничего нет. Сейчас выпью со стакана воды вот всю, и ничего не останется. То есть должна быть, у него должна быть небольшой жирок, он должен наработать. Соответственно, высокие тарифы. Ну, мы сейчас немножко снизили тарифы по республике, но, тем не менее, они все равно высокие. Мы не конкурентно способны. Еще нужно снизить. Нужно приток денег качнуть с населения, то есть с предпринимателей. Дать им заработать, и они сами принесут прибыль в бюджет. И вот это и будут те средства, на которые можно создавать еще больше производительных мест. Спасибо большое. Итак, мы переходим к третьему вопросу. Надежда Акимова. Действующий президент России объявил о курсе на цифровизацию экономики. Перспективы цифровой экономики на Дальнем Востоке, на ваш взгляд, каковы они? У вас ровно одна минута. Развитие современных коммуникаций, конечно, это одна из составляющих сегодня экономики России, но мы ее должны использовать по максимуму. То есть она должна служить хорошим анализом и даже прогнозом для развития нашей экономики. Мы должны быть на шаг вперед всех других стран. Ну и, во-вторых, обязательно в IT-технологии сегодня надо влаживать большое финансирование. Соответственно, оно не может развиваться без науки. Соответственно, здесь вместе с этим должна и научная сфера развиваться, плюс трудовые ресурсы. Применять эти IT-технологии можно и в промышленности, и в развитии сельского хозяйства. В том числе надо и задействовать бизнес. Для чего? Для того, чтобы сегодня наши бизнесмены могли представлять наши IT-технологии во всем мире. Поэтому голосуйте за Жириновского, пора ему въехать в Кремль, и Россия будет очень сильной. Спасибо большое. Василий Павлов, а на ваш взгляд, каковы перспективы цифровой экономики на Дальнем Востоке? В программе Павла Грудинина четвертым шагом значится новая индустриализация, модернизация экономики, ее вывод на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые технологии, заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс, микроэлектроники, биотехнологии, робототехники и станкостроения. Доля обрабатывающей промышленности доведем с нынешних 15-20 до 70-80. В своем совхозе Павел Грудинин 400 коров обслуживает, не он, а 8 роботов обслуживают, значит, доят, кормят и ухаживают за 400 головами крупного рогатого скота. И
Пример приводит Китай. Спасибо большое. Алексей Егоров, на ваш взгляд, каковы перспективы цифровой экономики на Дальнем Востоке? Вы знаете, вот на этом вопросе я конкретно хочу зачитать цитату, да? Что говорит Путин? Путин говорит: уверен, развитие цифровой экономики, запуск новых бизнес-моделей позволит российским компаниям стать более конкурентоспособными и в целом диверсифицировать экономику, дать импульс развитию отраслей и рынков, основанных на прорывных технологических решениях, обеспечить более высокие стандарты жизни граждан России. Вот так говорит Владимир Путин. И в июле 2017 года уже в Российской Федерации утвердили программу «Цифровая экономика России» до 2025 года. Вообще, что такое цифровая экономика? Да? Во-первых, цифровая экономика – это быстрота, это качество, это мобильность принятия решений. То есть это глобализация. Мы, друзья, уже не за горами. Будущее у нас уже не за горами. И мы готовы к нему. Я призываю вас всех голосовать за нашего кандидата, за будущее. Спасибо большое. Да. Михаил Заболотный, ну и ваше мнение по поводу перспектив цифровой экономики на Дальнем Востоке? Я вообще за цифровую экономику во всей стране, не только на Дальнем Востоке. Потому что цифровая экономика, что это такое? Ну, во-первых, она становится более прозрачной. То есть, будем говорить, действия становятся более прозрачными. То есть это уменьшает коррупцию. То есть, или вот, будем говорить, порывы к этому. Во-вторых, криптовалюты и блокчейны сейчас используются уже по всему миру. Ну, что такое криптовалюта? Вот если вы следите за, будем говорить, за средствами массовой информации, за мировыми сообщениями, то, вот, например, Венесуэла, в связи с тем, что у них проблемы огромные с внешним долгом, они запускают сейчас криптовалюту. Что такое криптовалюта? Она обходит любые санкции, потому что вы внутри страны платите, будем говорить, виртуальными деньгами. Это очень удобно. То есть хождение рублей вообще уходит. А блокчейн – это вообще уникальная вещь. Поскольку вы, если у вас есть, будем говорить, здание, вы его зарегистрировали в интернете, в блокчейне, то блокчейн подтверждает, да, что оно принадлежит спасибо вам. Большое. Спасибо большое. Не нужны никакие документы. Спасибо. Итак, на этом наш эфир, совместное агитационное мероприятие доверенных лиц кандидатов в президенты России подошли к концу. Я напомню, что сегодня мы обсуждали драйверы развития и точки роста экономики России. Ну и в конце представлю снова участников прямого эфира. Это Надежда Акимова, Василий Павлов, Алексей Егоров, Сергей и Михаил Заболотный, конечно же. Спасибо большое и до встречи.